Всем доброе время суток, с вами Гусев Алексей. Сейчас утро, и я иду проверять и кормить кур. Вот, идем к первым цыплятникам. У нас вот всего здесь три. Раз, два, и вон там вот третий серый цыплятники. Эти два, по крайней мере, пока что вот пустуют. Отсюда мы сетку убрали, а здесь решили еще пока что оставить. Вот. Я уже достал одну кормушку. Вот здесь цыплята есть, в этом цыплятнике. Вот. Сейчас я проверю, добавок у них еще и воду. Вода. Вода есть. Это и так видно. Уровень воды хватается. Вот. Сейчас им воды будем доливать. Точнее, не будем, а вот еды насыпать будем. Досыпать. Идем в главный центр. Мы и пришли. Здесь все наши комбикорма и зерна. Мы будем сейчас кормить всех. Ведерко пшеницы что-то делает. Вот. Здесь у нас ячмень. Здесь комбикорм 1-2. Я вот все это подписываю здесь вот. 1-2. В этом вот в мешке пшеница. Здесь пока 58 свиной, но мы кормим им птицу, поэтому вот мы берем крупку, мелочь. Это вот пока 5-й вот здесь вот. Тоже мелочь. И главное, самое тратящееся возблюдо, это пока 6-й. Сейчас я буду накладывать тем цыплятам. По-моему, я должен пока 5-й накладывать. Сейчас наложу и дальше буду вам снимать. Вот, все, я наложил. И да, вот, пока 5-й. Сейчас вот буду идти и нести им. Все, набросились. А, сейчас плавишь, ладно. Не будем им мешать. Идем проверять уже теперь взрослых. Куры, петухов. Открываем. И тогда черные, коричневые, оранжевые, какие хотите. Белые. Сначала проверим индюшат. Не, это так и на взрослом индюке качает. Так, хило, надо будет им подсыпать. А это, ну все, надо забирать. И сыпать. Ям куча, просто ужас. Вот тут ямы, там ямы, тут ямы. Ямы довольно большие. Гусята. Выходим. Дверь закрылась сама. Проверим их корм. У них корма достаточно. Достаточно. Вода так и осталась чистой. Так же, как я вижу индюша. Этим надо менять.
вода грязная, коричневого цвета. Открываем. Поилочка. Вот там вот поилочка. Здесь вот тоже зерна у них достаточно. Это тоже два ведра с водой, которые надо будет менять. И тут мама насыпала еды. Здесь вот тоже еда, в принципе. Здесь вот комбикорм. Но этого им достаточно будет. Им надо будет только воду поменять. Что ж, иду насыпать эту... Как ее? Зерновушку, что ли? Забыл. Вот, я им насыпал уже еды. Это вот зерно в одну из кормушек. И пока шестой. Тоже в одну из их кормушек. Сейчас буду им ставить и сыпать другим курочкам. О, гусак какой важно стоит. Ну что ж, все, я им насыпал еды. И сюда. Сейчас они набросятся, как только я отойду. Лопа ходит медленно. Ну, все, началось. Вообще она клевать начнет. Ужина. Ладно, сейчас будем... кормить других курочек. Этих всех. Ну, кроме вот этих. Этих, им только воду поменять. То есть, этих тоже надо, не надо кормить. Вот этих вот не надо кормить. Так как у них все есть. Вот, скорее всего, вон тех надо, которые там внутри... в курятнике перепелок. Ну и, наверное, все. Сейчас насыплю всем еды и покажу, что кому и как. Вот я насыпал вот ведра зерна, смесь, пшеница и ячмень. И комбикорм 1-2 вместе со свиным. Вот. Сейчас отнесу им и насыплю. Пришел, значит, с зерном, они во меня как встречают. А, что, увидел, что это вкусненько? Ну, сейчас я вам все это отнесу. Угу. Раз. Курицы нашли, и давай клевать. Вот, еще ваша ведрышко. Сейчас вот дверку закрою. Не очень удобно, когда в одной руке камера. А еще надо насыпать. О, гуси меня встречают. Гуси. Чем? Да они ничего тут не съели. Блин, надо было сначала их проверить. Ладно, разделю между всеми. Из ведер вот так вот надо высыпать осторожненько. Чтобы не пересыпать. Все равно эти гуси. Потом. Ну вот. Это я сейчас подумаю, куда деть. И тут, в принципе, все не съедено. Ну, эту насыплю, что же.
пускай дольше не будут ничего есть. Все, ты будешь запутался?